Микроскопия крови пациенте 45 лет с онкологическим заболеванием третьей стадии. Видны реологические нарушения, возникающие у любого онкологического больного. У пациента также имеется интоксикация, изменение гематокрита, сгущение крови, ведущие гипоксии в тканях. Мы видим кровь спустя 10 минут после приема двух капсул GC-MAF. На ваших глазах изменяется вязкость, то есть эритроциты, лейкоциты, которые образовывали неподвижные агрегаты, теперь движутся и способны выполнять свои функции.